Люди не летают. Не верьте предубеждениям и доверяйте только своим глазам. Тайлер Ханникотт вернулся в Россию и вновь летает в форме Химок по лучшим европейским площадкам. В прошлом году он взорвал интернет броском через пятерку своих одноклубников на конкурсе по броскам сверху в турецкой лиге. В этом году мы ждем от него новых фокусов в Санкт-Петербурге на матче звезд Единой лиги ВТБ. Я взволнован перед конкурсом по броскам сверху. Конечно, хочу выиграть. Я видел момент из прошлого года, и это было круто. Не знаю пока соперников, но не сомневаюсь, что уровень конкурентов будет высок. В прошлом году в Турции я перепрыгнул через пятерых партнеров по команде и повторил тот данк, который сделал еще в последний год в школе. До этого я прыгал через четверых, но потом решился прыгнуть через пятерку игроков. Болельщики добавили драйва, и получилось так, как задумывал. Мы в команде называем его «королем незабитых данков». Сколько он их промазал на тренировках, ребята? Если он сделает все задуманное, все будет в порядке. Может быть, я помогу ему на конкурсе, но я очень неважный распасовщик. Могу подержать мяч в руке? Вот это могу, да. Да-да, я сегодня видел, как он отдает передачи, так что я, наверное, буду просто использовать его в качестве человека, через которого можно перепрыгнуть. Кто лучший данкер в лиге ВТБ? Дайте подумать. Точно назову большого парня из Лока, он очень атлетичный. Кто еще? Назову Энтони, он в этом сезоне несколько раз забивал очень мощно, особенно в игре против Валенсии в Евролиге, и удивил меня этим. А еще есть парень из Автодора, он очень круто играл в прошлом году вместе со мной в чемпионате Турции. Высоко прыгает. У меня есть несколько данков, над которыми я работаю сейчас. Надеюсь, они вам понравятся, и я выиграю конкурс. Увидимся в Санкт-Петербурге.